Satyam Midatam Nivritya Bhashitam. Vyaptinja Bhuteshu Kileshu Chatmanaha. Adarshya Tyadat Bhuta Rupa Mudvaha. Stambe Sabayamna Mrigamna Manusha. Перевод. Чтобы подтвердить слова своего слуги Махараджа Прахлада и доказать, что Верховная Личность Бога пребывает везде, даже в колонне зала собраний, Верховный Господь Хари явил миру удивительный, невиданный облик. Это был наполовину лев, наполовину человек. В таком необычном образе Господь предстал перед Хираньякашипу в зале собраний в комментарии о Божественной милости Бхактивиданта Свами Шрила. Когда Хираньякашипу спросил Прахлада Махараджа, где же твой Господь? А если он в этой колонии, тот бесстрашно ответил: «Да, мой Господь везде». И теперь, чтобы убедить Хираньякашипу, что Махараджа Прахлада абсолютно прав, Господь появился из колонны. Он предстал перед Хираньякашипу в образе человека, льва. И тот, глядя на это гигантское существо, не мог понять, лев перед ним или человек. Господь подтвердил слова Махараджи Прахлады и доказал, что преданный Господа, как провозглашается в Бхагавад-гите, никогда не погибнет. Демоничный отец много раз грозил Прахладе смертью, но Прахлада был уверен, что его не убьют, ибо Верховный Господь защищал его. Появившись из колонны, Господь словно приодобрил своего преданного. «Не волнуйся, я здесь». Кроме того, приняв облик Нарасимхадевы, он не нарушил слово Брамы, обещавшего, что Хираньякашипу не будет убит ни человеком, ни животным. Господь явился в образе существа, о котором трудно было сказать, человек это или лев. Satyam Midatam Nija Britya Bhashitam Yaptinja Bhutesh Vakilesh Uchatmanaha Adashyatat Yad Bhuta Rupa Mudvahan Sambhe Sabayam Namrigam Namanusha. So, this verse, I'm scared to touch it. Я боюсь дотрагиваться до микрофона, там немного шоком бьют этим электрическим. Этот стих описывает явление Господа в форме Господа Нарасимхадева. Как объясняется в Бхагавад-гите? Джанма карма чаме девьян. Мой приход и уход, а оба эти события трансцендентны. Почему же Господь
принял эту форму Нарасимхадева. И это очень хорошо объясняется. Форма Господа Нарасимхадева – это форма Господа. И эта история также очень хорошо описана в третьей песне и снова в седьмой песне. Прахлада Махарадж, о великий преданный Господа, и Господь появился, чтобы защитить своего преданного Прахлада. А что касается Брахмы, Кумары, они пришли на планету Вайкунт, и они туда пришли, и когда они туда попали, они почувствовали такое огромное блаженство, и они очень-очень захотели увидеть, встретиться с Господом. И они прошли через первые 6 ворот беспрепятственно. Никто их не остановил там. И когда они уже хотели войти в 7 ворота, двое стражи Господа им преградили путь и сказали: «Эй, маленькие дети, куда это вы собрались? Вы не можете зайти, как у нас лекция, или дети приходят, начинают шуметь, и мы их просим выйти». И эти сыновья Брамы, Кумары, они туда, когда пришли, это самое благоприятное событие было для них — пойти встретиться с Господом. Но Джая-Виджая, привратники, они их остановили, Кумаров. Они просто преградили им путь и не разрешили войти, пройти через 7 ворота. И теперь Кумары разгневались, но до этого они испытывали такое огромное блаженство. И они сказали: «Вы не достойны оставаться здесь». Кумары сказали, и они собрались проклясть этих двух привратников, которые там стояли. Вы сказали, вы полностью недостойны здесь находиться. И прокляли. И когда их прокляли, и Джая-Виджая, а у них только одна просьба была. Какая просьба? Проклинай, конечно, но только поставьте нас в такое положение, чтобы мы постоянно помнили Господа. И для Господа, для преданного, это действительно наказание, когда он забывает Господа, когда он попадает в положение, когда он не может помнить о Господе. И у этих двух пристражников у них был выбор. Им дали выбор или стать преданными, очень хорошими, но при этом надо было родиться 7 раз. Или играть роль врагов Господа и быть постоянно погруженными в мысли о Господе. Но тогда 3 рождения только лишь. И что они выбрали? Они выбрали 3 рождения, чтобы очень быстро, быстрее вернуться обратно к нашему служению на Вайкунтхе. И Джай и Виджай приняли 3 рождения. Первое рождение Хирани Кашипу и Хирани Акшитаха. И Господь, он слышал этот разговор, какой-то, вот они там разговаривали, и тогда он вышел и сказал: «Что тут происходит?» И Кумары, когда они увидели, такое близкое общение между Господом и вот с этими привратниками, слугами, какое у них близкое общение, как он с ними, близко Господь с ними общается, они подумали: «Мы, наверное, ошибку совершили, как же мы могли проклясть этих
привратников, которые в таких близких отношениях с Господом, и они хотели уже забрать свое проклятие, сказать, что мы сделали ошибку, но Господь сказал, нет, нет, это было мое желание, чтобы прокляли их, потому что Господь, Он хотел явиться, и Он хотел, чтобы Его собственные преданные пришли, как Его враги и демоны. И Джай-Виджай получили проклятие, чтобы родиться 3 раза. Первый раз, как Хираньякша, Хираньякашипу, которые родились из лона дети, и Хираньякашипу, и Хираньякша. Они были два сына, Кашьяпы и Хираньякша. Господь убил, когда пришел в воплощении Варахи. И из-за этого Хираньякашипу он очень разгневался. И он стал очень злейшим врагом Господа Вишну. Он стал его самым, так сказать, горьким, лучшим врагом. Злейшим врагом. Но он постоянно погрузился в эту медитацию. И он все время думал, как мне его убить? Как мне убить этого Вишну? И Хираньякашипу послал своих слуг, чтобы они разрушили брахманическую культуру, дома брахманов, чтобы все подношения были остановлены. И он начал практиковать экстремальные аскезы. Если вы он медитировал, если вы посмотрите, подумайте об этих аскезах, которые он совершил, Хираньякашипу, это просто невообразимый аскез. Мы там Экадаши один день, когда у нас мы еле-еле, если мы совершаем, мы думаем, о, как мы круто аскезу совершили, крутой. Но Хираньякашипу, он постился без воды. Как долго? 100 небесных лет. 100 небесных лет. Не принял ни капли воды. 6 месяцев. Шесть месяцев здесь — это день там. И Хираньякашипу 100 небесных лет не принимал даже капли воды. Не то что капли. Не капли. И он стоял на своем большом пальце ноги, и руки были подняты к небу. И как долго так он стоял? Также 100 небесных лет. Даже если какой-то йог, он стоит очень искусен на этих пальцах. Ну, может быть, полчаса может простоять, ну, час максимум. Но Хираньякашипу стоял на своих больших пальцах с руками, поднятыми к небу на протяжении 100 лет небесных. И ни капли воды он не принял за это время. И огонь вырывался у него из головы уже. И это не было вот каким-то шоу. И полубоги, они себя почувствовали очень некомфортно из-за всех этих его аскез. И полубоги, они пошли к Господу Браме. Ты знаешь, Хираньякашипу совершает величайшие аскезы. И на самом деле цель — это занять наше положение. Мы не хотим, чтобы это произошло. И Брахма попросил полубогов показать ему, где Хираньякашипу проводит аскезы.
И они туда отправились. И Хиранякашипу, не только он эти ужасные аскезы совершал, его все тело в это время поедали муравьи. Его все тело полностью съели муравьи. Это как дом муравьиный стал. Как видно, муравьи иногда вверх-вниз, вверх-вниз. Они туда-сюда бегали по его телу. И даже Господь Брахма и полубоги, они прямо около Хиранякашипу там встали, и они не могли узнать, что Хиранякашипу, он прямо вот там рядом. Но в конце концов Брахма понял, вот же он тут, Хиранякашипу, его просто тело полностью съели. Муравьи, как он может терпеть все это? И Брахма милостиво тогда, у него с собой все время командалу с водичкой, и он взял эту воду и брызнул на этот муравейник, и тогда на это тело Хиранякашипу. В этот момент все тело, всю плоть поели муравьи, там, может быть, кости остались. И он получил очень прекрасное тело, очень красивое, очень сильное. И оно могло выдержать даже молнию. И Брахма, он сказал Хиранякашипу, почему ты совершаешь такие аскезы ужасные? Почему? Зачем это все аскезы эти? И тогда и Хиранякашипу, он сказал Брахме, он дал наставление, то, что он хочет, разные обещания. Пожалуйста, дай мне благословение, что я не умру ни днем, ни ночью, чтобы меня никто не убили, не любое существо, которое создано тобой, включая животных, потому что он помнил, что его брата не убил Господь, который появился в форме Варахи, чтобы меня не убил, не убило никакое земное или воздушное или водное животное, и ни днем, ни ночью, никакое живое существо. Он перечислил каждого рода, так сказать, предостережение, чтобы предостеречься от этой смерти. Брахма дал ему все эти благословения. И Прабхупада однажды давал лекцию на день явления Господа Нарасимхадева в Лос-Анджелесе, и Прабхупада сказал, все эти просьбы Хиранякашипу, которые он попросил у Брахмы, Прабхупада сказал шутливо, после того, как Господь убил Хиранякашипу, Господь сказал Брахме, не надо больше давать такие благословения в будущем, слишком усложнил мою работу. И он дал все-таки эти все благословения, и Хиранякашипу стал тогда после этого всех терроризировать, когда получил эти благословения. И полубоги, они очень были несчастливы, когда он стал терроризировать всех. И полубоги тогда обратились к Брахме. И Брахма сказал, не волнуйтесь, будет появиться один удивительный преданный Прахлад, и тогда все кончится. То есть Хиранякашипу, он терроризировал всех, каждого. И пока он, а когда он совершал свои аскезы на горе Мандара, Прахлад, он был в лоне и своей матери. И полубоги, они знали это.
что жена Хиранькашипу беременна. И они часто говорили, а каков отец, таков и сын. Но это не всегда правда. Но такое общенародное утверждение, они думали, что вот этот сын, этот ребенок в утробе этой женщины, он еще одним демоном будет, который будет также терроризировать каждого. И поэтому мы должны убить этого ребенка, как только он родится. И вот такова была их цель. И тогда полубоги, они схватили мать Прохлада и потащили ее куда-то. И тут неожиданно появился Нарада Муни перед ними. А почему это вы тащите куда-то эту невинную женщину? Он сказал, а полубоги ответили, ты что? Не знаешь, кто она? Она миссис Хиранякашипу. Ее ребенок в ее лоне. Еще один демон. И Нарада Муни заверил их, что этот ребенок в утробе, он не будет никаким демоном. Он будет очень великим преданным Господа. И никто не сможет и как-то дотронуться или помешать, или навредить этому мальчику. И из-за общения Нарады и по его убеждению полубоги освободили мать Прохлада, и чтобы оказать ей убежище, защититься, он взял ее в свой ашрам Нарада Муни, и Прохлада, у Прохлады была огромная удача получить духовные наставления еще тогда, когда он был в утробе своей матери. И Прохлада получил духовное знание, когда он еще был в лоне матери. И у Прохлады было также четыре брата. Всего четыре брата было. Прохлад был самый милостивый. И Прохладу помнят все преданные по разным причинам, и главная причина, что он был беспримесным преданным Господа. Он очень стремился всегда служить Господу, он постоянно медитировал на Господа. Постоянно, его постоянной медитацией было сознание Кришны. Прохлад был беспримесным преданным, и и материальная жизнь, которая у нас, политика и там звезды, роковые или муви, звезды фильмов, это полубоги современной Кали-юги. Но наша, так сказать, звезда — это Прохлад Махарадж. И Прохлад получил это духовное знание, когда он еще был в утробе матери. И Хиранякашипу не мог понять, откуда Прохлада он все это знание набрался. И однажды Хиранякашипу он сказал Санда и Амарке, они были сыновьями Шукрачарьи, и они были учителями Прохлада разными наукам, они его учили. И Хиранякашипу, он позвал учителей, сказал, вы очень плохо его учите. Какой-то вайшнав пробрался переодетый и промыл мозги моему сыну. А вы недостаточно разумны, чтобы это остановить были. И Санда Амарка сказали, дорогой господин, не ругай нас, не обвиняй. Мы браманы. Мы узнаем, откуда он получил знания. И, но потом они сказали, не
Не переживай, мы обратно ему мозги промываем. Шандамарка. Они пытались учить Прохлада дипломатии, материальному руководству, хотя, потому что Прохлад был сыном царя, поэтому, естественно, отец, он хочет, чтобы сын, чтобы он обучился тому, как быть хорошим правителем. И узнал эту науку друзей, врагов, как управлять. Ты мой друг, ты мой враг. Это материальный мир так действует, не правда ли? Особенно в наши дни столько много политических партий. Сегодня вы мой друг, и завтра вы можете стать моим врагом, но и Прохлада пытались обучить этому образованию. Он говорит, мне неинтересно это знание, вот это вот разделение на друзей и врагов. У меня все друзья. Никто не мой, не является моим врагом. И в третьей песне описывается качество саду. И какое качество саду еще? Преданный Господа, он друг каждого. И даже если кто-то его критикует, он все равно считает его своим другом. И Прохлад, он вот, учили вот эти Шанда и Амарка, дипломатии. И он сказал, нет, я этим всем не интересуюсь. Для меня, все друзья. И однажды Прохлада вернулся из школы, и Шандамарка, они убедили, сказали, уверили Хираньякашипу, что сейчас опять можешь проверить своего сына. Он тебе скажет точности, что ты хочешь услышать. Мы ему промыли мозги обратно. И мать Прохлада, она его омыла и одела очень красиво и привела к отцу. И отец, он посадил сына, потрепал его по голове, посадил на колени. С большой любовью он спросил вот все эти темы, все предметы, которые ты изучаешь в школе. Вот какой предмет ты считаешь самым важным? И отец ожидал, что сын начнет говорить, ты верховный, если, скорее всего, ты это хочешь слышать, ты верховный, и Вишну никакой не верховный. Он хотел это услышать, Хираньякашипу, но Прохлада сказал, он произнес известный стих, который описывает 9 пунктов преданного служения. Какой стих? Шраванам Киртанам Вишну. И когда Хираньякашипу это услышал, он просто не мог дальше этого терпеть. Он просто сбросил сына со своих коленей. И Хираньякашипу, он не мог больше терпеть Прохлада, его привязанность к Вишну. И потому что он постоянно медитировал на то, как убить Вишну. И он пытался разными способами, как этого ребенка убить. И иногда мы удивляемся, как это Хираньякашипу решил убить своего сына. Он просто не мог терпеть привязанность сына к Вишну. И он пытался разными способами. Он призвал очень огромных слонов, чтобы они прошлись по нему, по Прохладу. Вы можете себе представить, слоны пройдут по вам? Вот он хотел, они как-то прошли, но ничего не случилось. Они его пошли. И Прохлада напоили ядом. А Кришна, он взял этот яд сам и выпил. И когда уже Прохлад пил, там уже не было яда.
его посадили в яму и забрасывали на него огромные камни со всех сторон. Они кидали в него камни, но он не умер. И огромных ядовитых змей насобирали и окружили ими прохлада. Но эти змеи, они не могли причинить никакого вреда прохладу. И они взяли тогда прохлада и на огромную скалу взобрались и сбросили его. Например, с первого этажа, если спрыгнете, то, наверное, поломаете руку или ногу даже. Но прохлада сбросили с огромной вершины горы. Но ничего не случилось с ним. Его также бросали в океан. И когда прохлада тронулся до этой воды океана, Кришна его поймал и спас. И прохлад пытался все, что ему только охранник Кашипу, все способы испробовал, какие только он придумать мог. Любом, так сказать, возможности, о которой он только мог подумать. Но что случилось? Ничего не случилось с прохладой. Каунтея Пратиджанихи. Арджуна, объяви миру, что мой преданный никогда не погибнет. Если Кришна хочет, он мог бы сам заявить: мой преданный не погибнет никогда. Хорошо? Все поняли? Но Кришна сказал: но лучше это преданный мой скажет, чем я. И преданный лучше скажет, преданный Господа, потому что преданного Господа всегда будут защищать. Когда мы видим эти спортивные звезды или звезды из фильма, они рекламируют что-то. Это очень хороший продукт, покупайте. Ну и там платят миллионы долларов за это. Но, скорее всего, они от Кришны получили эту идею, что мой преданный никогда не погибнет. Кришна сам не хочет говорить, но он говорит: Арджуна, ты скажи, что мой преданный никогда не погибнет. И Прохлада, он был в утробе матери еще как-то. Он получил вот эту трансцендентную философию. И эта философия сознания Кришны, он Прохлад, он обучился ей, когда был в утробе матери. Прохлада сказал: культивируйте духовное знание с детства, развивайте его с 5 лет. Почему? Кто-то может задать вопрос: зачем мне духовное знание культивировать с 5 лет? Зачем? И вот тут объясняется, что человеческая жизнь, она дурлапа манасам джанма, она очень-очень редкая. Поэтому нужно с детства уже получать это знание. И Прохлад объяснял это знание, это даже своим учителям, эту философию о том, что цель — это Вишна. Люди не знают, в чем настоящее счастье, где его искать. Люди думают, что мы найдем материальное счастье материальными способами, но Прохлад Махарадж, он объясняет, что неважно, сколько бы вы усилий ни прилагали к материальной жизни, какой бы вы успех ни достигли, вы не почувствуете настоящего счастья. Отец Прохлада, Хирани Кашипу, у него были все возможности, чтобы наслаждать свои чувства. Все, о чем только можно мечтать, все было. И все равно он был несчастлив. Он не был счастлив. Все время был несчастлив. И все время был он разочарован. И поэтому мы должны из-за этого понять, что пока у нас не будет духовного счастья, если мы хотим духовного счастья, у нас есть один путь — Брахма Бхута Прасанатма.
Это трансцендентный путь. И Прохлада, он проповедовал своим друзьям. И Прохлада, он был проповедником. Он не мог. Он терпел эти нападки отца, но как только была возможность, он проповедовал в своем детстве. Он даже не привлекался к каким-то игрушкам там поиграть или какие-то спортивные игры играться, и он только был привязан к тому, как удовлетворить Господу. И Хиранькашипу пытался самым лучшим способом убить в нем эту привязанность к Господу в Прохладе. И Шандая Марка они ему сообщили: «А, у нас плохая новость для тебя, господин». Хиранякашипу сказал: «Плохая новость? Что это?» Несмотря на наши лучшие, самые большие усилия, твой сын, он все равно очень привязан к Вишну. И мы не смогли отклонить его от этого. И не только это. Все его одноклассники теперь, они тоже стали преданными. И теперь наше сообщество, общество суров, богов, увеличивается. А нам что делать теперь? Мы провалили свою миссию. И Хиранякашипу, когда они ему рассказали эту информацию, что весь класс Прохлада стали преданными, и все эти друзья Прохлада стали преданными, Хиранякашипу, он, конечно же, так, неважно как, я должен его убить, этого ребенка. И из-за вот этого разочарования Хиранякашипу, он позвал сына и говорит, и сказал: «Откуда у тебя эта твоя сила? Откуда ты получаешь свою шакти? Ты как будто бы побеждаешь меня всеми наставлениями, всеми пренебрегаешь, и мы перепробовали все способы убить тебя, а ты все еще жив. Откуда ты берешь свою силу?» И Прохлада сказал: «Я получаю свою шакти с того же самого места, откуда ты получаешь свою шакти, из одного и того же источника». Кто это? Откуда? Ты говоришь, что твой Бог всепроникающий. Где он живет? Где он находится? И Прохлада сказал: «Мой Господь, он живет везде». И Хиранякашипу вытащил свой меч и сказал: «И что, он живет тоже на потолке тоже?» «Да». «А вот этой стене он тоже там живет?» «Да». «И в этой колонне он живет?» «Да». «И вот в той колонне?» «Да». «И что?» И какому выводу пришел Хиранякашипу? Он сказал: «Ну все, я его поймал. Я знаю, где он теперь». И он взял свой острый меч и подошел к колонне и замахнулся. И внутри этой колонны пришла эта форма. Эта удивительная, невообразимая форма появилась, получеловека, полульва. И он так заревел, такой устрашающий рев был, что все полубоги затряслись сразу. Как будто вся вселенная сейчас развалится. И Хиранякашипу увидел Господа, которую никогда раньше не видел. И полубоги увидели тоже форму Господа, которую они никогда раньше не видели. И на какой-то момент
вначале в сам. Когда он увидел эту форму Господа Хираньякашипу, он подумал, никогда не видел эту форму. И он подумал, он уже был очень разумный. Он подумал, это Господь Вишну, скорее всего, принял такую форму. И описывается, как Господь появился, как Господь Нарсимхадев. Когда Господь появился, как Нарсимхадев, когда Господь появился, как Нарсимхадев, у него... У них случилось сражение, как мы видим фильмы, и там сражаются. Ну, мы не смотрим фильмы больше, но так или иначе раньше. У них там разные драки. И много раз Хираньякашипу, он как-то побеждал, и он выбирался из рук Нарсимхадева, и когда он выскочил, и полубоги думали, о, лук выглядит, как Хираньякашипу побеждает Господа. И в конце, кто же победил? В конце, естественно, Господь Нарсимхадев. И Господь Нарсимхадев в конце концов убил этого демона. И все так боялись подойти к Господу, все боялись, и все полубоги, и Брама подошел к Прохладу и говорит, Прохлад, иди давай, успокой Господа уже. И Прохлад, он взял гирлянду и пошел и одел ее на шею Господа, и Господь, он успокоился. И полубоги начали возносить свои молитвы Верховному Господу. И Господь, он сказал, Прохлад, попроси любое благословение, какое хочешь. Прохлад, ты прошел через столько сложностей в жизни ради меня. Проси у меня любого благословения, вот чего бы ты не хотел, проси. И Прохлад сказал, дорогой Господь, я ничего тебя не хочу. Слуга, и который хочет что-то в обмен, что-то получить от Господа, не настоящий. Слуга — это бизнесмен. И хозяин, который набирает последователей, чтобы получить от них также что-то ненастоящее, учитель. Но если ты хочешь дать мне какое-то благословение, пожалуйста, дай мне благословение, чтобы я был лишен всех материальных желаний. То есть, если хочешь дать мне благословение, пожалуйста, лиши меня всех материальных желаний и всех этих желаний и вожделений, основанных на вожделении. И тогда Прохлад, у него была еще одна просьба, он сказал, даже несмотря на то, что мой отец, он был таким ужасным демоном, у меня все-таки есть одна просьба к тебе. Пожалуйста, благослови его, чтобы он вернулся к Богу. И Господь ответил, Прохлад, тебе не надо об этом даже спрашивать. И он уже автоматически возвысился, и все 21 поколение его также впредь получит освобождение. Сегодня очень благоприятный день, когда Господь Нарсимхадев появился на планете, и преданные поклоняются и молятся Господу Нарсимхадеву, чтобы он устранил их материальные препятствия. Прабхупада, когда начал это движение в Америке, он не дал нам мантру Нарсимхадева сначала.
Но потом много было всяких проблем в движении. И потом он ввел все-таки поклонение Нарсимхадеву вот этой мантрой, чтобы и преданные воспевают эту молитву и просят, чтобы Господь устранил все материальные препятствия. И Господь, Он необыкновенный, Он может принять любую форму, какую хочет. И с чем Он приходит, чтобы защитить своих преданных? И Прабхупада говорил, Хираньякашипу, Господь все благословения выпросил, но Господь все-таки пришел и защитил свою Прахладу. И Прахлад был очень решительный служить Господу. И мы смотрим на Прахлада, который пришел в великие испытания. Но он не боялся, потому что он чувствовал, что его всегда Господь защищает. И Прахлад все время был в настроении проповеди. И Прахлад сказал: «Мой дорогой Господь, когда я вижу этих материалистов, которые пытаются избежать проблемы, себе комфортную жизнь устроить, мое сердце очень грустит. Поэтому мы должны культивировать настроение Прахлада и проповедовать как можно большему числу людей, давать им трансцендентное знание. Потому что только благодаря этому трансцендентному знанию можно спасти этих людей от круговорота рождения и смерти». I see Javilaka Maharaj sitting there. So I thought he was...